трахни ты его уже. Бля, Фишер, сука, нахуй ты согласился? Я ж тебе говорю, мы не появимся. Я тебе говорил. Блять, ты меня еще и раздавил, сука. Бля, ну нахуй ты надо ебать, неинтересно же. Бля, Сентра, помоги потролливал эту информационную войну, развяжи. Да не меня, блядь, потролли, а его. Ладно, я пошел, короче, покурить. Не, я просто не знал, что комбы на одной только стороне. Я не говорил, блядь, что мы не про... Я тебя не знал. Я уже просто... Они уже так поиздевались. Я уже не видел.
Блять, неужели им интересно, ебать? Как успехи выйти? Same personality as 10 years ago, from what I can remember. Бля, я не успел оружие поднять. Вы еще и нету нихуя. Я думал, он был лакрискую. Ты убегай сразу к ним на территорию, не дерись на нашу территорию. Да ты вообще просто беги сразу на. Идем сюда, блядь.
тебе сколько или сколько тут? 4 или 6? 2, блядь, 4. А, 2, 4? 4. 2 комба, 2 комба. А, в смысле, на каждой половине 2? Да, да. Блять! Я думаю, мы бы и заряд прыгали. Да, да, да. Да Фишер с ёбой на ту территорию, хоть ты здесь дерёшься. Блядь, красавец, блядь. Дина, сразу беги на ту территорию, да. Это все кончилось просто. Бля, напиши плюс дак в консоль. Вам. Нихуя, сидеть что все время? Спавниться не будешь. Напиши плюс дак. На, серьезно? Да, напиши плюс дак. А, нихуя себе, да ладно, это как я не знал. Я забыл про это на мусор. Бля, это ржаешь же, пиздец. Бля, на туре надо было. Пиздец, страх, землю не спавнить. Пиздец. Бля, я смогу, ну да, я не знаю, как я сделаю склад. Он будет думать, что я какие-то люди. Вот пидоры, блядь. Блядь. Чё, зачем ты им там предоставишь? На самом деле, если бы они его добикнули, счет бы не сильно отличался от этого.
Ну, шлёпку, блядь. Бля, давай, короче, это. Сейчас надо темплейм выскочить. Сейчас я Куаза... Подожди, я Куаза какой-нибудь видос скину, чтобы он вышел. Подожди. Залезь обратно. Давай. Залез? Да. Дальше на счет три. Раз, два, три. Блядь, меня знаешь, сука, блядь. Шлепки, блядь. Ну, эта игра, я бы сказал, октагон без всего лишнего просто. Бля, смысл было идти на ВГ-сервер, если они такую хуйню делают? Класс хочет наконец-то этот... В рейтинге быть первым хоть раз, хотя бы в летнем сезоне. 22-го года.